Здравствуйте. Представляю вашему вниманию обзор на аккумуляторный пылесос Makita DCL-180Z, специально для интернет-магазина 7745.by. Итак, что меня сподвигло на такую покупку? В жизни каждого молодого человека наступает такой момент, когда ты просыпаешься и понимаешь, что пора бы перебираться из родительского гнездышка в отдельное жилье, как это водится, естественно, съемное. Ощущение самостоятельности и вседозволенности слегка дурманит голову. И ты перестаешь замечать, как твоим жилищем овладевает антисанитария. Встает резонный вопрос, кто это все теперь будет убирать? И тут начинаем перебирать варианты. Покупать дорогую габаритную технику желания особого нет. Ведь деньги и свободное место для хранения у нас сейчас в дефиците. И тут я, как пользователь шуруповерта Makita, понимаю, что мне как нельзя лучше подходит аккумуляторный DCL-180Z. Во-первых, он недорогой. Цена не кусается. На сегодняшний день она составляет 144 белорусских рубля. Ну а во-вторых, он аккумуляторный. Давайте рассмотрим его поближе. Пылесос имеет компактные габариты. В любой шкаф поместится с легкостью, в отличие от сетевых коллег. Корпус изготовлен из пластика, с резиновыми вставками на рукоятке, как водится. Кнопка включения расположена в удобном месте. Нажимается одним пальцем. Работает пылесос от 1 18-вольтовой батареи Makita. На моей батарее емкостью 3 ампер-часа работает около 30 минут. В комплекте идет трубка, щетка и щелевая насадка. Можно работать как с трубкой при уборке пола, так и без нее, при уборке в авто либо чистке мебели. Сбор мусора происходит в корпус, который открывается легким движением. Внутри находится резиновый обратный клапан. Двигатель защищен несколькими фильтрами. Снаружи нейлоновый, внутри тканевый. Фильтра легко снимаются для обслуживания, чистку и мойку переносят без последствий. Теперь давайте посмотрим, что он может. Допустим, вы немножко насверлили. С опилками, как видим, справляется на ура. Представим, что вы малость натоптали. С песочком тоже нет проблем. Ну а если вдруг прохудился ваш карман, а нагибаться за мелочи как-то не солидно, здесь Makita также нам поможет. Одним словом, вещь крайне полезная. Будет интересно всем обладателям аккумуляторной Makita. Как говорится, в одной поучительной книжке «Чистота – залог здоровья». На этом все. Спасибо за внимание.